да, но мы продолжаем. Вот, напомню, здесь асфальт, точнее не асфальт, а дорожка вот эта вот, да, выложена, опять же, из мелкой гальки с речных берегов. Такие речные камешки маленькие. Очень даже, так скажем, нормалек выглядит. И по ней мягко ехать и практически не трясется. Ничего. Вот. Здесь разные спортсмены разминаются, забавляются, в общем. Что можно еще сказать? Вот можно сюда завалить. Вот, проехать здесь. Так вот. В принципе, достаточно интересно. Такой необычный. Необычной посиделки. Вот здесь как раз с пивком, вечерком. Да еще и под рыбку только что выловленную. Вообще ништячок, наверное, сидеть. Разводишь кострище здесь прям перед этим, перед забором. Вытаскиваешь пару камней вот из пола. И тебе все, мангал, все дела уже готово. Останется только зажарить рыбу на шампурах и дело в шляпе. Закуска готова. Все для людей, как я и говорил. Вот ментовский автобус что-то там несется. Ну, вот здесь такие вот развязки. Так, нам туда, по-моему. Сейчас я соображу, в какую степь мне рулить. Да-да, мне туда. Тут потому что такой не очень понятный, немного. Поедем мы, значит, почти тем же путем, что и приехали сюда. Но немного не тем. Вот также здесь они растут какие-то типа пальм. Типа пальм. А напомню, пальмы очень хорошо горят. Это отличные дрова, значит. Очень удобно, все здесь есть. Только пилы не хватает. Еще бы сделали бы они здесь типа как уголок пожарника, чтобы там типа пила, топор, там что там, песочек там. Вот, кстати, вот уже умные люди посидели, блин, а вот мы не все никак не соберемся. Уже дерево спилили, все сделали, шашлычок из рыбки. Вот, кстати, здесь сегодня поменьше стало, вот я смотрю, уже не так много плавает. Видимо, здесь периодически сидят люди, отдыхают. Так, как бы не с этого человека. То он бежит так, культяпками размахивает, того гляди, сейчас снесет. Вот, а это вот крыша там здоровая. Это, наверное, найт-клаб. Найт-клаб какой-нибудь очередной в японском стиле. Вот. Сейчас я поближе подъеду, здесь просто фигово видно. Вот, найт-клаб в японском стиле, но это круто вообще на самом деле. Там гейши танцуют под техно. Такого вы только в Японии можете увидеть, вы чё? Или под драмон там. Что-нибудь в этом духе. Сейчас покажу. Во! Вон та вон крыша. Офигенных размеров. Сверху купол какой-то там. Так, а это въезд или вход. Наверное, он сейчас не работает. И там тоже какие-то здания, там что-то. Кто-то живет, наверное. Здесь типа офисы. Вот в жаркие дни работники ныряют вот в этом пруду. Очень удобно, кстати, да. Вот окна почти все открываются, вот видно было. Да. И вот, в принципе, нормалек тут, нормалек. Так. Ну а мы продолжаем ехать в обратку.
Мы продолжаем ехать в обратку. Здесь встречаются даже вот такие вот интересные сооружения. Это как его мать за ногу, я не знаю. Фигура из какого геометрии. Так что и умные люди поймут, короче, о чем я имел в виду. Вот, а здесь... А, так, это что? А, так это мы уже снимали. Это оказался какой-то мистер Блок. Какой-то... Я не пойму, что это такое вообще. А, Кудан Кайкан, да это же все просто. Вот здесь перевод снизу написан. Так, народ, мне бы как-нибудь... Вас тут... Чтобы вас тут не переехать как-нибудь бы вот так вот, да. Вот. Ну, здесь вот... Здесь тоже как бы все в зелени. Запах такой... Парфюма, наверное, был. Хотя, может, и цветочками. Все в зелени, все... Все облагоурожено. Все, мы едем сюда. Потому что в другую сторону нам уже поздно ехать. Там слишком долго мы тогда были. Что-то народ невеселый какой-то с работы едет. А, вот вижу веселых. Наверное, они вместе работают. Или у них свиданка уже там. Байкеры. Как в одном фильме была банда байкеров на скутерах 50-го кубовых. Это вообще, это звери просто.